Сегодня юбилей отмечает Лариса Долина. Народную артистку России поздравил Владимир Путин. Как отметил в телеграмме президент, незаурядная творческая биография Долиной стала особой страницей в отечественном эстрадном искусстве. Певица, у которой миллионы поклонников не только в нашей стране, начинала свою музыкальную карьеру в оркестре в Одессе. И сразу поразила всех манерой исполнения и широким диапазоном. Долина берет 5 октав. Популярность пришла к ней вместе с победами на многочисленных песенных конкурсах и с фильмом «Мы из джаза». Музыкальная комедия Карена Шахназарова была в лидерах проката. Ее голос звучит более чем в 70 кинокартинах и мультфильмах. А десятки песен остаются хитами многие годы. При этом сама певица признается, больше всего любит джаз. Let's mix the rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the meat.